на для роста волос проверенный способ восстановления густоты. Разновидность хна подразделяется на 4 вида – бесцветная, медная, белая, черная. Для лечения шевелюры предпочтительнее использовать бесцветную хну. Она является натуральной и применяется непосредственно в целях избавления от проблем. Медная также натуральна, но обладает окрашивающим свойством, что не всегда нужно женщине. Натуральная хна по карману даже подростку, стоит она от 11 до 100 рублей. Белая и черная – это синтетический продукт, который не способен на лечение шевелюры, это обычная краска. Хной такая краска называется только потому, что в нее добавляют небольшое количество бесцветного порошка. Стоимость также невысокая, цена варьируется в районе 100-150 рублей. О пользе и вреде окрашивания хной читайте у нас на сайте. Противопоказания. Главным противопоказанием является аллергическая реакция. Перед использованием необходимо провести тест на запястье или локтевом сгибе. При отсутствии раздражения средства можно смело использовать. Особенности применения. Маски необходимо делать регулярно для достижения наилучшего эффекта. Порошок необходимо приобретать в аптеках, ведь он должен быть качественным. Порошок нужно разводить только в стеклянной посуде, рекомендовано исключить контакт с медными металлическими изделиями. Для сухих волос рекомендовано добавление косметических масел в маску. Рецептов на основе порошка из касси существует много. В зависимости от проблемы можно выбрать подходящий рецепт. На каждую длину волос необходимо определенное количество порошка, для волос до плеч 125 грамм, до середины спины потребуется 175-200 грамм. Если планируется использование состава только на корни, то достаточно будет 50 грамм. Классический этот рецепт включает в себя всего лишь два компонента, но способен сделать шевелюру блестящей и густой. Ингредиенты: бесцветная хна 50 грамм, теплая вода 150 мл. Приготовление: порошок нужно залить теплой водой и оставить настаиваться 10 минут. Теплый состав нанести на корни и пряди, надеть полиэтиленовую шапочку и оставить на 2 часа. Потом смыть теплой водой без применения шампуня. Такая маска идеально подойдет для обладательницы сушеных и ломких волос. Ингредиенты: бесцветная хна 50 грамм, репейное масло 2 ст. Л, масло чайного дерева 1 час л. Касторовое масло 1 ст. Л. Приготовление: порошок добавить репейное масло, тщательно размешать. Затем добавить касторку, также перемешать. В последнюю очередь добавить масло чайного дерева и еще раз перемешать. На влажные волосы нанести полученный состав, в том числе и втереть в корни. Накрыть полиэтиленом и оставить действовать на 1,5 часа. Затем смыть водой и шампунем. Перхоть – распространенное и неприятное заболевание кожи головы. Этот рецепт поможет избавиться от такой проблемы. Ингредиенты: бесцветная хна 2 упаковки, зеленый чай 100 мл, масло чайного дерева 4 капли, масло эвкалипта 4 кали. Приготовление: порошок залить теплым крепким чаем и настоять 10 минут. Далее добавить масло и все размешать. Нанести на шевелюру, особое внимание уделив корням и коже головы. Оставить примерно на час, затем смыть шампунем. Рекомендуем прочесть, если на коже головы есть маленькие ранки или раздражения, то эта маска отлично поможет избавиться от таких проблем. Вдобавок она активирует рост волос. Ингредиенты: бесцветная хна 2 ст. Л, теплая вода 100 мл, куриный желток 1 штат, мед 1 ст. Л. Приготовление: залить порошок теплой водой и оставить на 20 минут. Далее добавить куриный желток и подогретый мед. Все перемешать до получения однородного состава. Нанести на всю длину, втирать в кожу головы и оставить на 30-40 минут. Дальше смыть теплой водой, нанести увлажняющий бальзам. С помощью бесцветной хны можно не только активизировать рост прядей, но и избавиться от перхоти, укрепить корни, предотвратить появление секущихся кончиков. А вы знали, что частая причина плохого роста волос – это авитаминоз? Ознакомьтесь с лучшими витаминно-минеральными комплексами для восполнения дефицита полезных компонентов – витамины Револит. Цена и правила применения: перфектил для роста волос, витамины комплекс Мерц для волос, витамины Комплевит. Сияние и формула роста, айви для роста волос, поливитамины Алерана, инструкция по применению. Маска с бесцветной хной для ускорения роста волос. Что такое хна? Это натуральное вещество, которое получают из растений восточных стран. Медную получают путем измельчения листьев лавсонии, а бесцветную из листьев кассии туполистной.
Состав и полезные свойства хна имеет поистине богатый набором полезных веществ, которые обладают лечебным эффектом. Эмодин придает локонам яркий блеск, каротин предотвращает ломкость появления секущихся кончиков, бетаин – увлажнение нейрий. Питание, рутин, укрепление, фессалин, противогрибковый эффект, алоэ эмодин, стимуляция волосяных фолликул, кризофанол. Антибактериальное вещество. Какое действие оказывает благодаря внушительному набору полезных веществ? Этот волшебный порошок может помочь избавиться от проблем, связанных с волосяным покровом. Восстановление естественного блеска. Общеукрепляющее действие, придание густоты и объема. Снижение излишней ломкости. Ускоряет рост, замедляет выпадение. Избавляет от сальности жирные волосы. Избавляет от зуда чувствительную кожу головы. Правила использования и особенности применения маски необходимо делать регулярно для достижения наилучшего эффекта. Порошок необходимо приобретать в аптеках, ведь он должен быть качественным. Порошок нужно разводить только в стеклянной посуде, рекомендовано исключить контакт с медными и металлическими изделиями. Для сухих волос рекомендовано добавление косметических масел в маску. Рецепты масок рецептов на основе порошка из кассии существует много. В зависимости от проблемы можно выбрать подходящий рецепт. На каждую длину волос необходимо определенное количество порошка, для волос до плеч 125 грамм, до середины спины потребуется 175-200 грамм. Если планируется использование состава только на корни, то достаточно будет 50 грамм. Классический этот рецепт включает в себя всего лишь два компонента, но способен сделать шевелюру блестящей и густой. Ингредиенты: бесцветная хна 50 грамм, теплая вода 150 мл. Приготовление: порошок нужно залить теплой водой и оставить настаиваться 10 минут. Теплый состав нанести на корни и пряди, надеть полиэтиленовую шапочку и оставить на 2 часа. Потом смыть теплой водой без применения шампуня. Укрепление и рост. Такая маска идеально подойдет для обладательницы сушеных и ломких волос. Ингредиенты: бесцветная хна 50 грамм, репейное масло 2 ст. Л, масло чайного дерева 1 час л. Касторовое масло 1 ст. Л. Приготовление: к порошок добавить репейное масло, тщательно размешать. Затем добавить касторку, также перемешать. В последнюю очередь добавить масло чайного дерева и еще раз перемешать. На влажные волосы нанести полученный состав, в том числе и втереть в корни. Накрыть полиэтиленом и оставить действовать на 1,5 часа. Затем смыть водой шампунем. Борьба с перхотью. Перхоть – распространенное и неприятное заболевание кожи головы. Этот рецепт поможет избавиться от такой проблемы. Ингредиенты: бесцветная хна 2 упаковки, зеленый чай 100 мл, масло чайного дерева 4 капли, масло эвкалипта 4 капли. Приготовление: порошок залить теплым крепким чаем и настоять 10 минут. Далее добавить масла и все размешать. Нанести на шевелюру, особое внимание уделив корням и коже головы. Оставить примерно на час, затем смыть шампунем. Рекомендуем прочесть рост и избавление от раздражения, если на коже головы есть маленькие ранки или раздражения. То эта маска отлично поможет избавиться от таких проблем. Вдобавок она активирует рост волос. Ингредиенты: бесцветная хна 2 ст. Л, теплая вода 100 мл, куриный желток 1 штат, мед 1 ст. Л. Приготовление: залить порошок теплой водой и оставить на 20 минут. Далее добавить куриный желток и подогретый мед. Все перемешать до получения однородного состава. Нанести на всю длину, втирать в кожу головы и оставить на 30-40 минут. Дальше смыть теплой водой, нанести увлажняющий бальзам. С помощью бесцветной хны можно не только активизировать рост прядей, но и избавиться от перхоти, укрепить корни, предотвратить появление секущихся кончиков. А вы знали, что частая причина плохого роста волос – это авитаминоз? Ознакомьтесь с лучшими витаминно-минеральными комплексами для восполнения дефицита полезных компонентов – витамина Револит. Цена и правила применения: перфектио для роста волос, витамины комплекс Мерц для волос, витамины Комплевит. Сияние и формула роста, айви для роста волос, поливитамины Алерана, инструкция по применению. Полезное видео: маска от выпадения и быстрого роста волос с бесцветной хной. Маска с бесцветной хной для ускорения роста волос.